Если кто-то в сериале «Слово пацана» разглядел романтику, скажу с уверенностью, на этих кадрах она заканчивается. Остается горькая правда. Под вымышленными именами и датами скрыты реальные искалеченные судьбы и оборвавшиеся жизни. Александр Скугоров, Скугор, грязь, застрелен в автосервисе на Челюскино в Казани. Виктор Михайлов, амбал, Караваева, расстрелян в палате больницы номер 7, Казань. Игорь Афанасьев, Афони, кинопленка, бригада Эльфатея, застрелен у ДК «Химиков» вместе с Артуром Абдулиным в Казани. Ирик Бигбаев, жилка, был застрелен в подъезде, когда приехал навестить жену. Ильгиз Исмагилов, калибрик, лидер ОПГ «Зинина», застрелен около подъезда в Москве, когда выгуливал собаку. Зарахович Михаил Захар, 39-й квартал, застрелен при выходе из лифта в своем подъезде на улице Адарацкого в Казани. Андрей Грудинин, Баба-Яга, жилка, похищен вместе с Марсом Зариповым, шеф, в Казани. Труп Грудинина был обнаружен рыбаками у волнолома. Гайфулин Айдар, Кирова, застрелен в Санкт-Петербурге в автомобиле. Валерий Мустаев, сапог, низы, расстрелян в пивбаре «Раки» в Казани с другими участниками группировки. Среди них Суров Игорь, босс. Всего погибло 3 человека. Вячеслав Татаров, Янис, Калуга, застрелен во дворе своего дома в Казани. Анатолий Новицкий, киллер Хадид Акташ, осужден за многочисленные убийства, актирован из колонии по состоянию здоровья, вскоре умер от туберкулеза легких. Хайрулин Ильдар Пискун и Шагвалиев Рустем Скиппи Борисского были расстреляны в 92 году в автомобиле на пересечении улиц Тульской и Запорожской в Казани. Шакиров Ильхам Шакир, Пентагон, пропал без вести в октябре 2000 года в Казани. Илья Баймишев, низы, застрелен вместе с женой и водителем в подъезде по улице Светлая в Казани. Радик Хуснуддинов, Ракоша, жилка, убит в Москве на Олимпийском проспекте при выходе из ресторана «Феллини». Также погиб жилковский Алексей Ключников, Ключ, и суконовский Олег Григорьев, Огурец. Казанский авторитет Леонид Дворников, Леша Француз, зарезан вместе с супругой в Москве на съемной квартире. Олег Константинов, Констант, низы, расстрелян в казанском кафе «Мозаика» вместе с другими членами группировки, среди них Рамиль Рамоне. Всего погибло 4 низовских. Юрий Кямкин, Зюра, Первомайский, убит в частном доме вместе с женой и детьми. Дом сожжен. Николай Казаков, казак, Калуга, застрелен в подъезде своего дома. Ну как вам такая романтика, друзья? Впечатления оставляем в комментариях.